Лизка, вот такой комочек получился, бедный теперь сидит, охраняет свои волосы. Да, Пусик, скажи, мучение какое было. Еле перенес, как он не любит это дело, да? Теперь он обиделся на меня. Спрятался и сидит. Я только достала расческу, он убегает, а я за ним. Вот такой вот получился. Носки можно вязать. А если вообще, можно еще его чесать и чесать, и оно будет все лезть и лезть. Ну ладно, Босик, все, оставлю тебя пока в покое. Палочку ему дала, то... Ну, не обижайся. Надо же, чтобы ты красивый был. Теперь вот его от лишних волос, который пушок. Почесала же его. На нем этот волос все равно есть. Вон собираю, смотрите, сколько. Ай, бедный мой ребенок. Вот такой он любит. Нежный массаж. А с расческой, с массажкой это не в какую. Теперь гладенький. А то девочки уже пишут, что ты не чесанный. Да. Теперь красивый. А то это ж проблема для него. Чесаться. Сзади вот особенно. Можно еще, я говорю, чесать и чесать. У него тут еще много можно вычесать. Но сзади это вообще катастрофа для него. Ну, у котов это у всех. Да. Ну все, теперь ты красивый. Бантик еще одеть. И вообще красота. Ты мой зайчик. Пончик ты мой. Всем большой приветик. А я уже на кухне надеваю фартук, собралась готовить. Сегодня сын сказал приедет, так что буду я делать, наверное, фаршированный перец. Ну, не наверное, уже достала, да и буду делать. У меня здесь две пачки, да, как я и показывала. Главное, в одной пачке здесь у меня 5 штук, но побольше. И в другой 8 штук, но поменьше. Знаете, такой прикол был тоже. По-моему, какой-то комик выступал насчет раков, говорил. Есть раки по 5 рублей, но большие. Есть раки поменьше или как-то там маленькие, но по 3 рубля. Так что вот у меня, не знаю, вот. Ну, маленькие, в принципе, так вообще удобно, да. Но пока ты там все обрежешь, это... Ну, посмотрим, короче, буду 2 или как пойдет. Потому что фарш я достала тоже. У меня здесь килограмм. Обычно я использую всегда 500 грамм и пачечка риса, да. Но в этот раз у меня рис такой, я его уже отварила, вот он у меня стоит, остывает, да, этот басмати. Так как заглянула в шкаф, оказывается, у меня закончился вот этот, который в пакетиках. Ну, что с ним удобно, он уже там расфасован, да, как бы уже знаешь, я точно знаю, что на 500 грамм у меня тот пакетик, по-моему, там 125 грамм в этом пакетике. Ну, наверное, буду использовать... целую пачку килограмм, если что, сыну дам, пусть будет лучше больше, да, если там что-то, фрикадельки сделаю, ну, навряд ли до фрикаделек дойдет, потому что перца много, ну, посмотрим, буду делать по своему рецепту, как обычно, как мама моя делала, и я так делаю, ну, это просто, да, вот, зафаршировал перец, потом между еще я так ложу крупную картошку, ну, не обязательно то, чтобы, знаете, крупная, да, вот, картошка, например, ну, я ее почищу, да, и разрежу на 3, на 4 части, да, просто, чтобы не мелко было. Или напополам просто. Обычно мы делаем с картошкой. Знаю, что некоторые делают отдельно. Можно даже и с толченой картошкой сделать, потому что все равно здесь соус, да, зажарка. Как-то я тоже, между прочим, пробовала зажарку ложить именно в фарш. Ну, я не увидела никакой разницы, потому что все равно, да, оно все кипит в этой зажарке, да, в соусе. Как-то нет. Это если бы, может быть, просто их запекать. Я тоже запекала как-то в духовке. Зажарка, тогда чувствуется. Потом тоже делала просто сырой рис, добавляла в фарш. Но не то все равно. Все-таки, когда он отваренный, фарш добавляешь намного вкуснее. Там Босик опять что-то психует, носится. Я же его вычесала, он теперь нервничает. Теперь везде, знаете, так пух летает. Это надо пару дней, чтобы немножко... Ну... Ты там успокоишься? Чтоб немножко это так, знаете, отлегло, а то вправду. Я его чесала, чесала, это кошмар, сколько там можно чесать и чесать, он и энды, короче. Так, ну и, да, короче, буду готовить. Ну и вот такая вот у меня сковородка или кастрюля, как ее назвать, да, у меня такая, помните, есть, покупала в магазине Lidl. Очень удобная такая.
Короче, я использовала почти весь перец. У меня еще осталось 3 штучки, но я оставила, вдруг куда-нибудь я его добавлю. Так бы можно было, он бы весь ушел. Я сделала просто экстра такие фрикадельки, потому что у меня младший сын не очень любит с паприкой. Ну, может один съесть, да, в основном такое. Ну, вот картошку тоже штуки 4 вот так вот порезала, ее сюда положила, короче. И сейчас буду отдельно делать зажарку. Ну, это как всегда, да, у нас лук, морковка, немножко томатной пасты. И добавлю еще, чтобы погуще было, немного муки. Все это залью. Ну и будет тушиться так минут 40. И будет у нас сегодня такой вкусный ужин. Залила я зажаркой, так скажем, добавила еще немножко сметаны туда, перемешала все, закрываю крышкой и пусть тушится. Я потом немножко, когда полчасика оно поварится, я немножко так переверну аккуратненько, потому что получилось очень много. Ну ничего страшного, посмотрим, что получится. Ну а пока у меня там перец фаршированный варится. Я сейчас немножко поглажу. У меня здесь такая, ну, небольшая кучечка. Постирала тоже свой пиджак этот льняной. Уже сколько раз его стирала. И ничего с него не происходит. Вот. Ну, на 30 градусов. На легкую стирочку. И красота. Так что сейчас быстренько поглажу. Ну и все. Перегладили мы здесь с босиком. Тут лежит мне помощник. Ну, так быстро 15 минут, как я и сказала. Да, у меня здесь немного. И хотела сказать еще насчет вот гладилки. Знаете, сколько лет этой гладилке уже? 27 лет. Вот мы приехали как раз 1 августа, было 27 лет, как мы приехали в Германию. И вот когда мы приехали, ну, сначала был первый лагерь, естественно, этот Фридланд, да, потом Альтона, и потом уже когда на длительное, так скажем, время уже в третий лагерь, ну сколько на длительное, мы там где-то около полугода, чуть больше прожили, и потом уже взяли квартиру. Ну и вот как мы в тот лагерь заехали, купили вот эту вот гладилку. Помню, в магазине Карштадт даже у нас рядом был. Вот мы с мамой сразу поехали, купили. И вот до сих пор она только меняю. Вот эти вот чехлы, кстати, нужно будет поменять. Недавно были в Альди или в Лидл. Я еще подумала, нужно будет взять, так и забыла. Надо будет поменять. А так я, может быть, раз в 2-3 года как меняю. И все. И как новая. Вообще она хорошая такая, знаете, не узкая гладилка. Есть узкие, это такая широкая. Сразу взяли широкие. Вот, считай, сколько лет. Да, вот время пролетело. Уже 27 лет, как мы здесь живем. Даже не верится. Наши, помню, первые родственники. У них уже, по-моему, 30 исполнилось. Ну, все поочередно же, да, поехали. Помню, мамины братья. Да, уже больше половины жизни мы здесь живем. Наша родина уже, считай. Да, ну ладно, буду теперь все убирать. Пиджачок тоже погладила. И в шифонерчик. Ну, конечно, вот так прям, да, досконально не это. Лен же все равно один раз одел и немножко уже помятый. Уморился бедный ребенок. Цветочки эти так вроде бы все стоят, кроме вот этих вот уже что-то они завяли. Но вообще, когда они в букете, я заметила именно вот эти вот цветы, они быстро вянут. Когда по отдельности долго стоят, ну тоже зависит, наверное, от сорта. Хотя вот один хороший, это уже такой более осенний букет. Ну, видать, мне кажется, все равно немножко не свежий был. Что видно было сразу тоже, вон розочки. Ну ничего, стоит, все равно приятно. Это астра вроде бы вот эти вот. Сейчас так хорошо. Ветерочек такой дует. Герань моя хорошо пошла.
помыла дыню. Надо же ее попробовать, так мы ее еще и не разрезали. Вот она уже, я смотрю, начинает немножко. Не думаю, что спелая. Девочки тоже писали, что подсели на дыню, да? Да, сейчас надо все кушать, пока возможность есть, да? Пока время. Ну, как раз, что все другое успевает, надо кушать. Проверим. Я думаю, что хорошая. Тоже сейчас нарежу ее. И уйдет быстренько. Сейчас с ложкой собрать надо. Я всегда, знаете, мешочки, которые использованы, какие-то я их не выкидываю, оставляю вот для таких вот случаев. Не для того, чтобы, да, там что-то опять в холодильник положить или заморозить, а вот именно для таких случаев. Потому что вот это вот, если сейчас выкинуть просто мусорку, оно будет вонять. Поэтому я всегда мешочек закрываю. И все. А так надо срочно бежать на мусорку, тогда выкидывать. Экономия должна быть экономией. Ну, так мягкая. Брали как-то у турков такую длинную, ну не знаю, не особо. Что-то так он ее так расхваливал там. Кусочек нам отрезал, попробовали, вроде бы ничего было. Не знаю, взяли целую, как-то не особо. Сейчас сначала попробую, а потом нарежу. Ну так вкусно, ароматно, но все равно еще можно было, чтобы полежало. Ну здесь в середине, конечно, она слаще, но так да. Есть и получше. Ну ладно, раз уже начала, значит нужно дорезать ее. И вот такая вот тарелочка дыни получилась. Когда уже покушаем, будет у нас такой десерт. Пока поставлю в холодильник охлаждаться. Все кипит, шкварчит. Попробовала уже. Ну так, на перец, на соль. Прям все перфект. Ничего не нужно добавлять. И остренько так получилось. Класс. Ну сейчас еще 14 минут. И будет готово. Ну а я сейчас поставлю тарелки на стол уже. Почти готово, но все равно сразу мы кушать не будем, прям так, потому что должно постоять немножко. Когда сразу горячее кушать, тоже как-то не это. Ну, оно должно пропитаться все. Ну и все будем накладывать. Крышку надо будет протереть, хотя она все равно задевает здесь. Все равно жидко получилось немножко, хоть и добавляла муку. Но поменьше воды. Чего. Типа суп. Да, жидко получилось. Что-то вкусное. Я попробовала так уже, как и говорила.
хрустнула, аккуратнее надо брать. Вот что вот тут килограмм. Я думала, много будет. Ну, я сейчас пока вот на четверых и останется как раз на работу взять кому-нибудь. Сейчас пока поставлю и тебе дальше. Ну, вот так вот я сначала поставила эти плоские тарелки. Думаю, мне с них есть неудобно. В том смысле, что жидко, да? Потом в эти тарелки. Глубокие, поглубже. Ну, здесь перец такой, это пикантный такой. Не перец, а пепперони такие. И салат. Это не я его делаю, это в магазине покупали Кауфланд, который с морковкой и с этой сельдереем. Так что всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Сейчас буду уже остальным накладывать. Ну, вот Коля будет кушать. Всем привет. Надеюсь... Я не пробовала так, я так просто это бульон попробовала на перец, на соль, вроде ничего. А ты теперь пробуй на вкус. Все. Хайс. Ну скажи, что я еще могу сказать-то? Попробуй, скажи, что невкусно. Блин, вкусно. Ну все, приятного аппетита. Я, правда, такой, это уже замученный. Ну, после работы же. Но все равно. Не замучена, а уставшая. Сейчас повеселею. Да. И на диван, да? Да. Ну все. Приятного аппетита. Спасибо. Пожалуйста. Ну и всем приятного. Да. Ну, на этом я уже буду свое видео заканчивать. Всем хочу сказать вам огромное спасибо. Сейчас стою тут на зеркало, смотрю, а оно у меня тут все в точках. Нужно будет сейчас его протереть. Ну, эти мухи, мошки, да, залетают, балкон все-таки открытый. То они в зеркало тыкаются, иногда только окно помоешь обязательно, вот эти вот точечки. Так что нужно будет сейчас мне зеркало протереть. Ну, а перец, в принципе, хороший, вкусный получился, я тоже попробовала. Ну, жидкости многовато, да, в этот раз я еще, ну, то, что сметаны немножко, да, положила в конце. А так, в принципе, очень вкусно. Получается, почти уже все съели, еще сын на работу заберет, и все, и ничего нету. Ну, а что, три мужика, да, и вот так вот поужинать, и раз, и нету. Я еще думала, может быть, на 500 грамм фарша, нет, хорошо, что сделала на килограмм. Так что даже на сегодня не осталось. Как-то так. Ну, все. Всем еще раз огромное спасибо и всем пока!